Ада шикарно. Миленькая Клэр. Леон нормально сделали. О, крысы. Фу. Всем привет, это канал G-Games, меня зовут Гамбит. Давайте с вами вместе посмотрим трейлер нового сериала, который выйдет 8 июля вроде бы на Netflix. Бесконечная тьма по обителю зла. Давайте, еще не смотрел, давайте вместе его сейчас посмотрим. Это не реакция на трейлер, надеюсь, это не она. Давайте, просто хочется это как бы с коллективом-то доразделить. Понеслась. Ну, сразу версия это BSA, какие-нибудь нет, просто военные. Он еще жив. Не хочешь об этом поговорить? Ну, Леона мы видели в заставках, это да, всех превьюшках Леон. Капку. Мне каждую ночь снится один и тот же кошмар. Тот день. Это был ад. Как будто миссия за Криса, нет? Помню, как люди кричали. Леон нормально сделали. Съедобно, так сказать. Что происходит? Президент, наш друг. Их кусают, они обращаются. Это на Белом доме будет. Это в 6-й части. А он распространяется. Видимо, вирус. Распространяется. Крысы? Крысы? Крысы, фу. Клэр, будет новая вспышка. Мне пора. И не наделай глупостей. Короче, два параллельных сюжета, что ли, будет, да? Все началось в Раккун-Сити. Мы должны рассказать о произошедшем. Миленькая Клэр. Нормально. Лучше, конечно, только второй была. Если придадим этому что-то, сможем разоблачить заговор. Никто не хочет делать заявление о вспышке. Простите, не знаю, что сказать. Мы должны показать миру, что мы сильная страна, способная защитить интересы свободного мира. Президент другой, Леон. Мы должны быть источником надежды для ищущих свободу. Это ада? Ада шикарно. Мы никому не позволим помешать миру и процветанию. Походу, тут отсылочки на 6-ю часть будет. Для чего ты здесь? Информация секретная. А ты знаешь, с чего начинается ужас? Это как 5-й, мы только еще проходим это, все начинает. Бесконечная тьма. Как в 5-й части там эти вот гробики, только там желтые. Я покажу вам, что такое страх. Ты кто? Он кто? С 8 июля, да. Так, давайте-ка, есть пару вопросов. Есть пару вопросов. Мне нужно распространяется и распространяется. Поближе посмотреть. Это крысы типа побежали из него такие. Всем приятного. Да, это крыс с блестящими глазками. Ублюдские такие. Фу. Ненавижу крыс. Смотреть. Смотреть. Нормально. Ну, смотрите, это такая смесь Final Fantasy и современной мультипликации, как будто бы, да? Ну, тоже захват на движение, понятно, но красивенько, мне нравится. Что я еще хотел посмотреть? Ада. Это ада ведь? По фигуре? Да. Вроде как бы ада Вонг. Лицо, ну прям, ну да. Ну там азиатка была, да-да-да, тут милая. Нам неплохо, будем смотреть. По поводу президента, я вот что-то не вкурил. Так президент там реально показывается? Просто президент в 6-й части по-другому выглядел, его несколько раз показывали. Это кто? Это его вначале показали-то, да? Наверное, да. По костюмам непонятно, это могут быть обычные военные, могут быть наемники Umbrella, могут быть BSA-шники. BSA. Где-то еще крысиков показывали вроде бы, да? А, если это Леон, то может быть это этот из 4-й части, который Краузер? Вон какие-то паспорта лежат, оружие. То есть это не хороший человек-то, да? Ада подслушивает. Это кто был? Безголовый человек. Кто-то без головы. Вот чтобы вы понимали, когда я играю и говорю, крысы отвратительные, вот я что, вот я так их вижу просто. Так, ну мы с Адой. Да, походу, у Клэр своя миссия будет. Может, мы там и крысы увидим еще? Это, видимо, самый конец. Какая-то разрушаемая лаборатория. Уф.
Это болотная тварь из DC. Я не знаю почему. Ну сразу зато видно, куда стрелять надо. Это какой-то негодяй, который... А биомутанты, смотрите, какие в масках. Может, это не биомутант, хотя подкачанный, наверное, как армия. Если бы это были обычные люди, фиг знает. То есть, может быть, это те, на ком вирусы испытывают, а может, с которых уже готовят солдат. Угу. И уверен, когда это закроется, сверху будет знак Umbrella. Ну, слушайте, мне понравилось. Это у меня второй в жизни повод подписаться на Netflix. Первый был Ведьмак, теперь еще и Обитель зла. Слушайте, прикольный трейлер, мне понравился, буду смотреть. Пишите в комментариях, как вам. Интересно, нравится, не нравится, интересно, не интересно. Пока все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.